Новости региона в эфире канала ПС. Здравствуйте. В начале в Котласском у местного жителя в ходе обыска полицейские нашли более 100 орденов и медалей. Мужчину подозревают в торговле наградами. Он с обвинениями не согласен. По его словам, все ордена и медали – это личная коллекция. А коллекция весьма богатая. Медали за взятие Кёнигсберга, за освобождение Пальмиры, орден Трудового и Боевого Красного Знамени. Все предметы отправлены на экспертизу для установления их подлинности и исторической ценности. По факту покушения на приобретение или сбыт официальных документов и государственных наград возбуждено уголовное дело, ведется дознание. Если факт торговли наградами подтвердится, мужчине грозит уголовное наказание в виде штрафа, исправительных работ или до 3 месяцев лишения свободы. А теперь в Архангельск. Красивые, уютные, с удобными скамейками и хорошим асфальтом. Такими скоро станут многие дворы областного центра. Город участвует в национальном проекте ЖКХ и городская среда. На заседании в администрации города сегодня подвели первые итоги. В конце марта департамент городского хозяйства объявил конкурс, в котором могли участвовать все желающие получить благоустроенный двор. Жильцам нужно было отправить в муниципалитет заявку с обоснованием необходимости ремонта и расчетом стоимости работ. На конкурс поступило 43 заявки. По результатам отбора в список на выделение финансирования вошло 17 дворовых территорий. Общая сумма средств, которая пойдет на благоустройство городских дворов, более 68 миллионов рублей. Но мы не говорим о том, что те, кто набрал меньше, они будут исключены вообще. То есть мы говорим о том, что эти заявки будут финансироваться, и комиссия приняла решение, однозначно будут финансироваться в 2018 году. Отметим, чтобы заявка получила высокий балл и прошла отбор, жильцам необходимо принять решение о трудовом или финансовом соучастии в благоустройстве своего двора. И, конечно, в дальнейшем поддерживать порядок на своей территории. Повезло и тем, кто имеет участок за городом. В Поморье отремонтируют дороги к дачным поселкам. Правда, случится это в 2018 году. И для включения в программу ремонтов товариществам придется выполнить ряд условий. Главное – оформление участков дорог в собственность муниципальных образований. Еще одно важное условие – софинансирование программы ремонтов. Муниципалитеты, садоводческие объединения должны оплатить 25% стоимости работ, регион – 75%. Добавлю, что средства на дачные дороги по распоряжению губернатора планировалось выделить в 2017 году, но садовые товарищества были не готовы к реализации проекта. Молодежь в действии. В Архангельске стартовал традиционный форум для молодых, активных и перспективных. Ребята разработали интересные проекты и готовы их реализовать. Теплая одежда, рюкзаки. С первого взгляда может показаться, что эти ребята готовятся пойти в поход. Не совсем так. Это сбор социально активной молодежи. Больше сотни архангельских школьников и студентов, 4 добровольческих отряда отправятся на остров Кега, чтобы презентовать экспертам в сфере молодежной политики свои идеи по развитию Архангельска. Ребята из отряда «Титаны», например, подготовили проект «Диалог сквозь время». Мы ходим к ним в гости, разговариваем, собираем истории, и впоследствии будет выпущен сборник историй ветеранов о их жизни, о их военных годах и не только. Также будет организовано большое мероприятие для ветеранов города. Сбор социально активной молодежи проходит в нашем городе в третий раз. Это мероприятие – часть большой кампании по улучшению работы в сфере молодежной политики. Специалисты проведут для мальчишек и девчонок уроки по ораторскому искусству, тайм-менеджменту. Будет и спортивная программа. Мы работаем на популяризацию некоторых новых видов спорта, в частности, такой вид спорта, как юкигасан, игра в снежки по правилам. И в этом году в рамках сбора ребята будут оттачивать свои навыки и будут делать все для популяризации этого вида спорта у нас в городе. Итогом сбора социально активной молодежи станет реализация наиболее интересных проектов. Всемирную поддержку новаторам окажет администрация Архангельска. Архангельскую область посетила делегация из королевства Норвегия. Гости из Скандинавии всегда особый интерес проявляют к тем, кто волею судеб оказался за колючей проволокой. Особенно, если речь идет о подростках. Познакомиться с условиями, в которых находятся несовершеннолетние, а заодно дать урок норвежского языка, иностранцы отправились в воспитательную колонию в Талагах. Сотрудничество ведомств двух стран закреплено рабочей программой, которая подписана Министерством юстиции России и Королевства Норвегия. Реализуется и совместный проект «Тюрьмы-побратимы». Однако в Норвегии подобной подростковой воспитательной колонии нет. Несмотря на существующие различия в законодательстве и в условиях отбывания наказания, у сотрудников ведомств двух стран общая задача – это социальная адаптация и возвращение в общество законопослушного гражданина. И здесь есть чему поучиться друг у друга.
Специалисты службы исполнения наказаний Королевства Норвегия побывали в отрядах, посетили общеобразовательную школу, где смогли пообщаться с подростками, а заодно и провести ликбез в мир норвежского языка. Самое главное, что мы понимаем друг друга и поддержим друг друга в индивидуальном подходе к осужденным. Пускай даже в Норвегии это всего 2-10 человек, в нашем учреждении это порядка 100 человек. На сегодняшний день Архангельская воспитательная колония по российскому рейтингу Федеральной службы исполнения наказаний считается лучшей. Уже летом этого года с ответным визитом сотрудники Архангельской колонии посетят Норвегию, чтобы увидеть, как налажена работа у иностранных коллег. В Архангельске в выставочном павильоне САФО откроется любопытная экспозиция «Война и мифы», подготовленная Российским военно-историческим обществом. Чем она будет интересна широкому кругу зрителей, сегодня журналистам рассказали на пресс-конференции в правительстве. Это будет интерактивная выставка. Все экспонаты можно потрогать, поучаствовать в реконструкции сражений. Часть информации посетителям придется добывать самостоятельно. И все это ради того, чтобы развенчать вымысел о Великой Отечественной войне. Слишком много сегодня транслируется откровенной лжи и фальсификации о событиях тех лет. Все мы с вами прекрасно понимаем, что беречь память, а самое главное, правду о Великой Отечественной войне, сегодня это наш с вами долг. К сожалению, в мире мы сталкиваемся с большим количеством, все с большим количеством проявлений, когда эту правду хотят исказить, либо как каким-то образом, так скажем, фальсифицировать. Чем миф опасен вообще как таковой, да, создание фальсификации? Те, что не требует подтверждения. Его выкрикнули, вот, а дальше начинают как бы навязывать его, повторять. Вот, и всевозможные как бы доводы, которые начинают приводить, вот, документальные, в частности, там, и так далее, если активно заниматься тем или иным мифом, они не найдут своего подтверждения здесь. Выставка путешествует по регионам с 2016 года. В каждой области приобретает региональный компонент. В столице Поморья частью экспозиции станут разделы, посвященные арктическим рубежам, а также военной хронике Архангельска прифронтового. Открытие состоится 2 мая в 14 часов в выставочном павильоне САФУ. Школьники региона могут стать авторами книг. Архангельская область первой из российских регионов организовала у себя необычную просветительскую акцию «Живая летопись». Тема «Судьба семьи в истории страны». Проект презентовали в правительстве региона. Как известно, в начале было слово. Подкрепить его делом предложили ученикам с 6 по 11 классы. Школьники региона могут прислать на конкурс любые творческие работы, которые рассказывают об истории собственных семей, а значит и об истории Поморья. У нас, как вы знаете, в этом году 80-летие нашего региона, да, Архангельской области. И в связи с этим это, наверное, очень актуальная и удачная такая находка для нас. Поэтому мы в этот проект активно включились. Тот, кто успеет написать работу до 1 июня, получит шанс попасть на книжный фестиваль, который проходит на Красной площади в Москве. Тексты необходимо загрузить на сайт Ридеро. Заявки на конкурс принимаются как от одного человека, так и от школ, которые могут сформировать до 8 творческих работ своих учеников. И пусть это будет целая книга авторов с одной партой. Эти повести, вот, которые будут написаны, могут быть коллективными проектами. Если один ребенок лучше расспрашивает взрослых, способен выведать сокровенные тайны, другой легче пишет большие объемы текста, а третий лучше ищет картинки в местном музее или глобальной сети интернет, то значит, пусть они объединятся вместе. Один сделает одно, другой – другое, третий – вместе они напишут эту историческую повесть. Тексты на конкурс можно присылать до середины сентября. Затем будет проведено читательское голосование. Работы оценит и компетентное жюри. Сегодняшняя молодежь пишет много в соцсетях, а здесь есть шанс заявить о своих литературных способностях всему миру. Ведь книги будут изданы в печатном и электронном виде. И мне кажется, очень важно, чтобы эта живая летопись, которую будет писать ребенок, отталкиваясь от рассказов взрослых, она для меня была действительно живой, то есть, ну, прошедший фильтр его личного опыта, как некая прививка, что ли, может быть, да, когда ты понимаешь вдруг, что истории других людей, они тебя очень сильно касаются и являются частью твоей истории тоже. В начале октября в Архангельске состоится торжественная церемония чествования авторов лучших литературно-исторических исследований. Победители ждут призы и путевка в Артек. Итоги дня в 19:20 на канале ТВ-Центр. Я не прощаюсь и жду вас.